«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами, как всегда, мы, и мы начинаем прохождение далее. В общем, я не знаю, какая это там уже серия. Ну, мы продолжаем, в общем, ладно. Погнали. Да-да-да-да-да. Замок Риолика. Риолика? Риолика. Замок, да. Сейчас откроем. И не приехал вовремя. То есть мясник через приблизительно 6 подземелий будет. Ну да. Через 221 серию. Как мы им раздаем? О, смотри, смотри. У меня урон критом 900. Вот если бы не запись, я бы сказал. И все такие, да что же он все время хочет сказать-то, но запись ему мешает. Так, давай на нашу сторону. О! И пошел, пошел. И пошел, да, крыша. Переманил, а он сдох. Ну, я не виноват, что мне пришлось в него стрелять. Блин, такой этот офигенный молот. Молот стал, да? Наконец-то хоть какая-то анимация. А то молот. Как будто мы молотов не видели, да? Да, как ты. Хдыщ! Да, может быть на нашу сторону. А давайте еще кто-нибудь на нашу сторону. Пацаны, у нас хорошая зарплата, не обижаем. Платим вовремя. Сейчас левел будет. Молчи, вот такие вещи не надо вслух говорить. Так, стеночка, там ничего не видно. Да пофиг. Можем вот сюда отойти, здесь видно. Сейчас, пацаны, не надо так в кучу все. Сейчас на всех места хватит. Ну вон, один уже даже на нашу сторону решил встать. Говорит, не трогайте моих братанов. Во, я левел получил. Это я левел получил? Да. Это как яблоко, только я левел. Ох, еще одна элитка. Да, это сценарные. Ну пусть на нашу сторону вступает, че. Главное, самого важного перехватили. Так, ты пока, в общем, посмотри, я вспомню. Тут это. Мне дали, в общем, новое умение. Сейчас у нас круто будет. Я чуть не сдох, я не знаю почему, от чего. Там вон рядом, видишь, эти ледяные. Ну они офигенно как больно прыгают. Да. Стой на месте. Прям жизни врана. Использует принцип так, на который время своих союзников щитов, сохраняя верность принципу, крайность восполняет союзникам себе здоровье. В общем, теперь я вот такую штуку даю. Видишь, я в бабле. Ах ты бабл. Ну ты же баба. Баба в бабле. Бабла-баба. Тут книжка. Третья часть. Риолик. Что-то там конкретно мужика накрывает. Ты в чем? Ну ты дневник не слушал? Слушал. Опять синьки, вот этих синих я ненавижу. Да ладно тебе, они отличные, они тюремщики. Любители пообниматься. А мне еще надо. Видишь, ты тоже в бабле. Bubble in the trouble. Двое чуваков за нас. Плюс я их раскидал немножко. Сейчас смотри. Хоба! Да ты не того бьешь, дебил. Он продолжает обидеть меня, главное. Ты тоже это заметил, да? Да, до них еще информация не дошла, что они на нашей стороне. Так, все. Ты застрял на уголку. Ну проскочите, все равно проскочил. Так, пойдем, там еще одна книжка по помутнению разума. Братана с собой взял. Почитать ты хоть научишь. Эй, мама дорогая. Так, пропустите, я в библиотеку. Мы. Мне кажется, они боятся и за свои жизни.
Лазарь — единственный, кому я пока еще могу доверять. Закарун. Так, надоели уже. Научил им пользоваться чем-то. Кто-то черепа складывал, блин, а мы варвары. Чем от варваров отличаемся? Увидел, да, хвост, понюхал. Так же, как и ты. Так, надо открыть. Кстати, знаешь что? Вот мне нравятся вот такие вещи. Почему вот они не добавляют, кстати, вот такую простые? Ну. Да, вот я хотел спросить, а что простые-то не добавляются? Синьки там. А какие-то определенные. Может, их надо одевать, чтобы они добавлялись? Да нет, обычно просто в этот падает, оно добавляется. Ой, офигенный щит нашел. Ладно, давай не заострять внимание. На чем? Ну, пусть они за нами идут, и все, пока мы не встретим там каких-нибудь супер-мега, от которых мы сможем умереть. Ну, опыт, ну, как сейчас. Крит на 1000 был. У меня на 1500. Эх, почему же нету телепортации в реальной жизни? Как бы тебе треснуло. Скоро у тебя будет такой шанс. Дружи, скоро у тебя будет такой шанс. По крайней мере, попробовать это сделать. О, все, мы на верном пути. Отлично! Ладно, давай их добьем, это опыт. Давай. Тем более там чувак на нашем этом. Он наш друг, он наш братан. Ладно, остальных можно не добивать. Заклинания пролетают сквозь топоры. Да-да-да. Да мне пофиг. Да мне пофиг. Все. Прервем их не планы там. Просто такие 4 щита, бдыщ. Не пей, не пей. Я вообще просто бегу. Блин, инвалидов мы не бьем. Обеззараженных. Видал? Сэкономно, да? А то туда потом идти из этой книги. Я просто по умному решил сделать. Обычно наоборот мы делаем. Жалкие людишки хотят ослабить меня, убрав Альбрехта. Колодец наверху, чувак. Да, вижу. Так, на нашу сторону вступил и умер. Ну, опять он раскидал черепа. Так, а я это чуть выше еще сделал, ты даже не заметил. Как мы колодцем, а, хотим? Бей давай, что стесняешься-то? Ща. Фух, сколько черепов, а? Ты видал? Походу это Близзарды вдохновились от Тора этой фигней. Да-да-да. Ну а чё, разве вот этот прыжок электрический, это разве не это? Ну, кстати, у меня первый раз, знаешь, как же он назывался? Райден, по-моему. Бог грома в Mortal Kombat, если знаешь такого. Нам сюда, тут элитки. Скачу. Скачок. Ты такой скачок. Я тебя под бабл пустил. Давай. Походу у меня бабл тоже открылся. Ну да. Но только нам надо разные. А, ты про это, ладно. Да, это тот бабл. Что ты сваливаешь? А там много этих было. Ну, лазеров. Да. Чувак. Да. Я чуть не сдох. Я как бы о том и говорю. А, ты типа на мое здоровье плянул? Да.
О, по-умному решил сделать. Ну так. Такая тишина гробовая просто. Да я тут делом увлечен, убиваю. Да я как бы тоже вроде бы. Так кто тебя знает? Ну, взял из-за спины на них. Так, там больше ничего нету. Все, заканчиваем? По твоей логике. Ну да. Хотя 10 минут только прошло. Там еще один, кстати, шпортал будет чуть позже. Шпортал? Да, но это уже перед мясником будет. Не. Да. Еще один там есть. Нам в тюрьму надо. В тюрьму. Там где-то около тюрьмы есть портал. Врёшь косой. Не, где-то там он был. Так. Хотел тебя спросить, кстати. Ну да, выполним. Хотел тебя, кстати, спросить о том, что, мол, это. Будешь ли ты в одну игрушку играть, а потом вспомнил, что у тебя ее нет. Да, если это Blizzard, тогда я буду. Это интересней. Гоблин! Гоблин, чувак! Я сел на электричку, но меня не пропустили. Тут Гоблин in the Hound. Не, мы не успеем. Сука. Все из-за вас. Мелкие уроды. Я думал, ты его увидел. Ну так я его увидел. А то мы тут просто в среду собрались как раз с Ником сыгрануть. В эту игру? Да. Ты хоть интригу развеешь? Ну, в принципе, я уже сегодня на стриме как раз 20, наверное, про это сказал. Это Payday 2. Payday. Должников? Да. Платежные ведомости будем заполнять. Побежали. Шпдинг! Ну вот зачем в кучу? Вот они, видать, по логике, что молния два раза в одно место не бьет. А он наш бьет, да? Ну. Да, вон события внизу. Черт, у меня нету этой хрени. Я тоже на кулдауне. Ты слышишь, да? Да ладно, да. Сейчас приду. Наверху только стой. Я снизу. Дебил! Сейчас. Я телепортнулся. Да, телепортнись в город. Сейчас, секунду. Так, ты там выполнил задание? Нет, там зелененький ходит поверху. Он даже на моей стороне. Сколько у тебя, кстати, заполнено-то? Я так не понял. Чего? Опыта. 5. Да ладно. Да, а у тебя сколько? 1. Ну я 24, а ты 25. Мне вот это заклинание чем-то напоминает, как у мясника есть, знаешь, такое же. Ну, по виду. Ослепление? Да. По-умному, да. У меня просто на кулдауне было. Я тоже так хотел, но думаю, догадаешься или нет. Конечно. Критотища. Все. У меня тоже такая Феррари есть. Живая Феррарька. Берем.
И нет никого. Ну. Там сундук обычно наверху, но его сегодня. Хрен там. А все наши. Они... Че, они против друг друга не дерутся? Дерутся. А хотя со одной стороны они правильно сделали, что они просто на твоей стороне, а дерутся с кем угодно. Потому что сейчас бы они просто втроем стояли бы. Ну да. Логика есть какая хорошая у близов? Относительная. Так, чувак, давай на мою сторону. Блин, нифига себе, у него кочерыжка начала крутиться. Вот, тюрьма. Блин, ну почему ты тут, а? Давай быстренько выполним. Можешь ли ты положить? Просто беги, не парься. Я боюсь, тут пончики, я не буду без тебя бегать. Я уже убежал, чувак. Ты гоню тебя, не страшно. Тут можно лечь. Ну эх, вот тут защита. Смотри, хоп, тебе дали. Вон пончик. Не, мне защиту не дали. Дали, дали, не ври. Давай их убьем, там столько опыта. Я хочу задание выполнить хоть раз нормально. С достижением, что ли? Да. Блин, на хардкоре сам, на хардкоре самое оно, чувак. Пончики не идут. Так, надо переманивать их на свою сторону. Панчито. Как один друг друга тыбзят. Он встал и не пускает, молодец. Красавец просто. Вообще, как огнем придет. Пошел-ка я оттуда. Упс. Да ладно, шучу. Видал, видал? Хвост только не горел. Сейчас вот этот панчита как рванет, как элки даст люлей. Панчита. Ананасный панчита. Селедка хренова под шубой. Ананасный пончик. Ох, какое хорошее оружие нашел. А мне что-то вообще там ничего интересного не выпало. У меня теперь урон 420. Врёшь, косой. Тоще. Урон 420 от чего? В смысле, от чего? От щита, от молота. Нет, когда на C нажимаешь. А, что вообще обнаглел. Взял дверь, сломал. Ты тоже это слышал, да? О, вон там еще синьки. Деритесь там, выясняйте отношения, стены стройте в любом большом городе. А ты что смотался-то? Да я в них делаю, ты не понимаешь всю суть моего этого. Вы что закрыли нас здесь? Они подумали, девушка, мужик, вместе что-нибудь может получиться. Редкостный извращенец. Ну, то есть, если как бы вы предпочитаете какое-то другое сочетание, ну тут уже не ко мне вопрос. Девушка, девушка. Ну, конечно, может быть. Девушка, девушка, мужик. Я промолчу про твои... Как говорится. Мужик, мужик, девушка. Блин, каждое следующее оружие, которое... Поднимаю лучше предыдущего. Что за нафиг? Дай мне что-нибудь, ё-моё. На. Спасибо. Так, вон последний. Чипдринг. Так,
Нам еще один. Их же было все время 5. Нет, их всегда было 6. Смотри, я ворвусь. Прям гуще событий. А, спасите, помогите. Шутка. А у меня такая шутка сейчас будет. Так, вот этого надо убить, урода. Да я даже под пончиком выжил. Ну ты не увлекайся пончиками. На самом деле надо будет как-нибудь съездить пончиков купить. Ну-ка, давай. Какими ты у нас балуешься пончиками? Разными. Вообще, я последний раз их ел лет 6 или 7 назад. Ну что ты врешь, а? Сейчас сидишь, сам хомячишь, пальцы облизываешь. Не, я с тебя пример не беру. Ой, да ладно, я дурака не пустили. Я в стенку врезался. Ой-ой-ой, золотой. Да золотой, не золотой уже на нашей стороне. Только они что-то отношения не выясняли. Они грамотно подумали. Не, так, не наша сам... тема. Главное золотого под нашим этим держать контролем. Вон он, как скажешь. Да он что-то особо тоже не дерется, только бегает. Такая порода, блин. Книжка. Книжецент. Ну, тоже так могу и че. Хвала богам. Благодарю тебя, Леорик. Куда? Ты хочешь все до конца? Да, уж че. Оп. Проснулся, видать, там пару клеток осталось до уровня. Две. Эй, за мной тут эти устрицы бегут. Сам ты устрица. Ну, моллюски. Блин, он сквозь стену-то не проходит. Блин, зачем ты про пончики сказал? Я тоже теперь хочу. Чтоб тебе весело было, вот зачем. Собака. Завтра пойду где-нибудь сожру. А здесь панчики так и в трех местах есть. Ну, ты хоть назовешь, может, у нас тоже. Два из них на ВДНХ. Я тебе про имя хочу спросить, а он... Пончики пошли жрать, где все. И главный заводный дезертир. Ну, так... О, смотри, под контролем сел. Дебил. Знает он, что делать. Реально на месте стоял. На, опять смотри. Он тупой босс конкретно. Да он уже мертвый босс, я тебе даже так скажу. Так, не хочу я проверять, выдержу ли я такой взрыв. О, во, сейчас офигенную штуку дали, стой. Так, ну здесь перегрев я использую. Где же там? О, коняшку кошмар, кстати, дали. Где длань небес-то? Вот она моя хорошая. Покруче щита любого будет. Щптыщ. Ты видал, на какой лошадке езжу? Не. Ты эту поменял? Взрыв тоже? Ну, чё это за фигня сверху была? Вот такое теперь у меня есть заклинание. А следующая форма оставляет после себя еще снизу кое-что. Еще двух коней, да? Ну чё? Нифига себе он. Какой красивый. Это на каком? На 26-м? Ага. Так, выпусти меня. Ты это кому? Да меня монстры зажали, я взял на коня, сел да уехал.
А чё они зажимают? Чем заняться больше нечем? Ну да, действительно. Мяу, полетел. Книжка. Блин, у меня здесь цепь прям во весь монитор. В смысле? Ну, помнишь, как в Старкрафте мулы кидаешь, можно иногда увидеть, как он с самого начала такой огромный пролетает. А, ну да. Вот сейчас и здесь цепь сверху свисает прям на весь монитор. А, понял, о чем ты, все. Вижу, у меня тоже. На 27-й минуте вот можно будет посмотреть ее. Да, я понял, говорю, у меня та же самая фигня была только что. Окей, я для себя сказал. Я понял, ну. Задрал, мужик. Ну я понял, ну. Ладно, я тоже могу, только я еще поджигаю. Вот это что за фигня? Еще какие-то фонтаны сверху идут. Это моя заклинание такая. Лошадь? Нет. Это вот смотри. Просто. Шпдынь. А нафиг ты на меня-то ее кидаешь? Я тебе показать, чтоб ты понял. Чтоб ты осознал. Всю важность. Да. Да ладно, Натя. Что не больно бьются, прикол, если они элитные попадутся. Да фигня, ё-моё, ты видишь, как мы их разносим-то. Если будем бежать и кричать, как девочки, это будет нормально. Мне кажется, сейчас мясник будет. Ну да, мне почему-то тоже. А мы к нему готовы? Да, просто будем долго его убивать, это будет последняя серия. А мясник разве не на третьем? А, черт, он на третьем уровне, это мясник сейчас будет действительно. Кто-то из нас может подохнуть. Вот сейчас, короче, будет решающий момент. Либо кто-то из нас дохнет, либо не дохнет никто, и все будет круто, и мы пройдем спокойно дальше. А ты хочешь, чтобы я не сдох? Давай до 26 уровня, прокачаем меня. А что оно тебе даст? Ну, два новых умения у тебя, которые... Ну так они стандартные, по сути. Ну у меня такой же анимашки нету. Анимешка не влияет. Вот что это за такое? Она тебя лечит? Кто? Кто? Ну этот фонтан сверху. Нет. Меня вот это лечит, фигня. О, мы пришли. Щебринь. Все, внизу этот хомяк нас ждет. Ну вот и пошли к нему. Сколько у тебя там набралось? 2,5 надо еще до уровня. Это долго. Пошли, убьем, и тебе как раз дадут. Так, ждем, пока ярость, ненависть, там все восполнится. Не. Кулдауны. У меня все окей уже. Аж экран сдвинулся как-то в сторону. У меня аж провисания пошли. Щбдынь. Будет смешно, если я босса возьму под этот. Не, под контроль ты его не возьмешь. Босс лошара. Лошара. Вот. Меня не взяли под контроль? Не. Смотри, поджигли босса. Да я сам к тебе приду. Стой на месте. Да-да-да, не уходи, подожди, да. Не, я тоже телепортировался сюда просто. Хотя. Да, мне пофиг, я прям под тобой могу стоять. Че, так слышишь, достояли, секунды три прошло. А, черт, моя хп! Во-во. Блин, долго мы его мочить будем. Ты чё моего друга к себе подтаскиваешь? Я тоже с тобой посидеть хочу. На! Видите? Ну-ка, стой на месте. А я его остановил как раз в этот момент. О, слепота, слышь? Да, действует. Да. Даже на босса. Ну, там, видать, какой-то процент определенный. Да хрен тебе. Мясо хочу. Он прям так и сказал. Вегетарианцу да. Надо становиться. Да-да-да. Шпдин.
Ну и чё ты передо мной встал? Жирный. Эй, толстый. Ну ты помнишь, как я в первый раз прочитал? Да мясо вообще отличное, я сейчас даже мясо жрать буду. Так, ну пошел нафиг. Ну, спасибо, оттолкнул меня от шашлыка. Зачем, по-моему, полезные вещи делает? Ой-ой-ой, не хочу. Блин, почти убили. Чувак, ты говори, если там пить надо. Джонни? У меня как бы хилка вполне неплохо пока действует. Тем более я на себя в последний момент кастанул одну хорошую фигню. Да я их тебе сам приду, маленький ты мой. Как ты его нежный и ласковый. Да ты посмотри на эту няшку. Спасибо, чувак, он меня просто обожает. Прям все для меня, смотри. Я тоже огнем могу. Свежее мясо. Не накормили деточку. Спасибо. У меня щит есть, мне похрену. Сколько там, 4 ляма осталось? 4 тысячи? 42 тысячи. Ну да. Ты так ошибся чуть-чуть. На десяточку. Я даже смотри как... Хдынь. Видал? Все, меня подожгли, я достижение не выполнил. Нет, ты видал, что я сделал? Не. Я прям к нему прыгнул. Прям в огонь. Кинь свою эту синенькую фигню, я ее так хочу. О, мне какую-то легендарку скинул. Мне тоже. Скорее всего, рецепт. Нет, легендарка на шею. Мне тоже легендарка. А, мне кольцо выпало. И мне тоже кольцо. Кстати, говно кольцо. А мне... Ну-ка, сейчас посмотрим. Минус 3,8 урона. А мне в плюс. Так что... Ладно, пойдем доделаем с этим. С Тироэлем поговорим. В общем, вот так вот. А, ну так у тебя другое кольцо. Здесь эта херня не работает. Не догонишь, не догонишь. У тебя и красная коняшка. Что там с Тироэлем делают, а? Если бы не запись, я бы, конечно, сказал. А ты говоришь, не догонишь. Тироэль, блин. Давай уже вставай. Мой. Мой, говорит, что-то. Давай, мой. Не закрывай портал. Сейчас закрою. Ну чё, давай прощаться. Да, следующая серия будет уже в Колдее, но мы еще туда перемещаться не будем. Так что давайте, ребят, до следующей серии. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, были мы, ЛДС, и мы были рады вам показать прохождение за крестоносца. Надеюсь, оно хоть как-то понравилось. Так что пока-пока. И не забываем то, что у нас есть клан. Жезл, во. Клан называется Живой. В общем, да, вот так, все. Ищите нас и обрящите.